Так, вот, смотрите, у нас Алпан есть. Привезли. Вот, открываем. Давайте посмотрим, что в нем внутри. Ну вот какой, значит, мне кажется, однообразие. Ого! Тут микрофон у нас. Достаточно качественный, посмотрим. Здесь чипсет для держателя микрофона, хорошо. Это нам не нужно. Дальше мы смотрим. Ух ты! Вот это уже интересно. То, что внутри нам... Подожди, там, может быть, и диск есть? Здесь брошюрка на CDE. Мы установим это скоро и покажем вам. Так, значит, получается, что у нас в магнитоле? Находится что у нас? Ну, такая вот... Нормально. И мы хотели все увидеть. Дыщ. Вот она. Вот у меня четырехканальник. Вот который будет это выходить у меня на четырехканальник. И там будет выходить на сабвуфер. Один канал. А этот четырехканальник будет выходить одна система, которая разветвленная. Вот. Сами видите, да? Вот это вот все выходит. Мы будем сегодня подключать. Кстати, интересно. Давайте посмотрим, подойдет ли к BMW. Которую... Вот. Вот это должна BMW, да, быть. И оно должно вот так вот подойти. Как вы думаете, подходит? Вот это я сейчас заменяю там блок один. Вот. Вот он один идет. И получается, вместо этого блока будет устанавливаться вот такой вот. Видите? Это штатка, а здесь будет не штатка. Ну, вы знаете, сейчас будем пробовать. Если вам подключить сразу напрямую,
смотрите аккуратно, потому что у меня есть система. Покажи. Она должна запитаться не сразу, а постепенно. Если мы включим сразу сюда вот эту систему, сразу, у меня сгорит тут пол контакта сразу. Здесь даже достаточно. Поэтому на будущее надо заряжать через лампочку. Плюсовой контакт устанавливается на корпус. Главное, смотрите аккуратненько. И я подключаюсь. Он должен загореться ярко. И тухнуть. И потом сейчас я тебе покажу. Вверх покажу, там еще такой медиалит. Должны загореться у меня скоро там. Еще не горят. Значит, слабо. Ну, слабая лампочка, 5-ваттная. Заходим четкую ватку. Ошибка. Ну, сыграйте. Вот, смотрите, вот. Видите? Это супер. И второй должен потом загореться. Ну там уже серьезная система. Ну уже запиталась система, то есть там все хорошо. Вот смотри, покажу на лампочку. Видите, уже как она горит тут. Ну сейчас можно, сейчас будет искать. Видите, ну это будет. Опа. Все, показывай. 12. Первый тест. Работа большая проделана. Галочка. Включаем все оборудования, зажигание. Что, пробуем? Новое радио. Новое радио. Современный хит. Вот я подключился к блютузу. Я вот нажимаю тут. То есть у меня подключается через блютуз, да? Вот. Во-первых, для развлечения, то есть это должно быть весело обязательно. Это будут веселые без обзоры. Без всяких кабелей. Это экспериментальная машина. Мы будем на ней ставить некоторые эксперименты, возможно, тестировать железо. Ну и качество. Самое главное, для чего ее задумали, это для обучения. То есть мы будем показывать, рассказывать, вот. Как установить, вот, что установить. Вот именно то, что наиболее востребовано, вот, потому что очень часто люди... Вот.
А у нас минус где-то 5-7, потому что совершенно не туда сделана машина. 55. 155, если будет, 156 будет отлично. Это вот зал чисто для давильщиков. Баскетчики в отдельном зале. Здесь именно стоят громкие тачки. Давайте посмотрим, сколько Bluetooth будет держать. Газе очень много, все на газе. Тут газе, короче, спонсоры. И газе очень сильно процветает в Европе. Каждая вторая машина. А, помеха, да, пошла? Не байк, кстати. Кстати, никаких помех нету. Нормально работает. Я могу отойти, но просто звук будет пропадать. А, вот оно. Около 15 метров. То есть 25 метров оно работает. Это Bluetooth Alpine. Вот оно работает. Семь с половиной ампер, ты видел? Колоночки, передние колоночки. Динамики полностью рабочие, отлично играют. У них чуть-чуть вмят колпа. И уже проснул диффузор. Их можно выправить, либо вот так очень сильно всосав. Выправлять мы его не будем. Выправлять мы его не будем. Этот короб отвечает всем требованиям. Требованиям безопасности, качества, громкости и эстетики, что немаловажно. Что это за говно? Это чисто пацанский короб. Здесь есть все, что необходимо. Наклейки Loud Sound. Я бы сделал так же. Басов! Вам даже лучше стало. О, долбит нормально. Даже лучше стало. Вообще злой кач пошел, да? Вот это тренерский кач. Вот это тренерский кач. Вот это тренерский кач. Надо еще немножечко построить, мне кажется. Что-то не сочный звук. Да. У меня только мысль, да, если кассетная. Нет, я стараюсь быть в топе. Дэн, настрой маффин. Серьезно? Я бахну. Дэн, подстрой маффин, Дэн. Басов добавь, Дэн. Во, все, спасибо.